Всем привет! И вновь на Авторадио программа «Каренина». В гостях сегодня российская теннисистка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Динара Сафина. Динара, привет! Привет! Поехали кататься? Поехали! Погода, конечно, сегодня у нас просто супер. На улицу выходить не хочется, и в теплой машине, мне кажется, намного приятней. На самом деле, да, немножко не повезло с погодой, что так опасно, но очень тяжело, не знаю, мне концентрироваться в такую погоду. Потому что одно дело, я себя-то могу контролировать, но я не знаю, что у людей. Как у людей там с тормозами и как остальное, поэтому... Но мне всегда казалось, когда всегда у нас бывают в гостях спортсменки, да, или спортсмены, мне всегда кажется, что это такие волевые люди, и что для них вождение – это вообще элементарная вещь. То есть, да, они сели за руль и поехали, потому что, ну... Ну, если учесть, что в последний раз до Большой Якиманки я доехала на машине, живя на полянке... То, наверное, это было. Это именно так. А почему? Просто уже привычка именно все в автомобиле? А как ты так по инерции? Так, оп, села. А ладно, ну ладно, уже поехала. Не, на самом деле тоже я еще тут лодырь как бы ходить, поэтому мне легче сесть. И действительно, могу даже в пробке постоять, послушать музыку. При этом, когда очень часто проезжаю Каменный мост, там, не знаю, я пофотографирую, там, Кремль, если хорошая погода, Храм Христа Спасителя. Все равно любуюсь как бы нашей достопримечательности нашим. Поэтому, в принципе, я могу сказать, действительно получаю удовольствие от вождения. А сколько ты сменила автомобилей? С Олимпиады? У меня есть машина, которая до сих пор, я на ней езжу. Могу сказать так, что я еще ни одну машину не купила. Но это хорошая как тенденция, бы, да. Дарить спортсменам за их победы автомобили. Да, не то, что как бы дарить, это, ну, мне кажется, да, заслуженно. Как бы действительно это было не только это мне, это всем призерам Олимпиады давали, победителям. Поэтому, когда у меня не было такого большого опыта вождения, только была, я пользовалась и брала у родителей машину. Тем более я редко очень жила в Москве. Я постоянно была в разъездах, практически приезжать на 2-3 дня. Да, у меня были там заскоки, все, хочу машину. А потом понимаешь, что ну что, я приезжаю на 3 дня покупать машину, и потом она будет стоять 3 месяца в гараже. А у нас как бы в семье только папа водит, ну, не считая, конечно, моего брата. Ну вот брат дает советы, если вот он с тобой едет на пассажирском сиденье, он тебе может сказать, что, ну, как-то вот, как-то не так ты едешь? Ну, не часто, что у него, что у папы бывает. Ну, куда ты гонишь, не гони, притормози. Я так, ну, как бы я спокойна, но мне кажется, любой мужчина будет по-любому комментировать женщину, либо она едет быстро, либо медленно. Поэтому я очень спокойно отношусь к комментариям, как бы. Ну, как бы папе иногда могу сказать, папа, тебе не нравится, можешь сесть за меня. Он такой, ладно, все, езжай. То есть ты сейчас едешь на той машине, которая досталась после Олимпийских игр? Ну, этой зимой мы решили с папой поменяться. Я ему отдала. А что это была за машина? У меня BMW X3. Вот. И просто так получилось. А что папа поменял на X3? Range Rover. Это хорошее. Да, я посчитала, что папа сделал мужской подвиг. Он говорит, не увереннее, что ты будешь ездить на большой машине. Я говорю, конечно, папа. Ну, а тебе самой так вот сравним, давай, X3 и Range Rover. Что тебе больше нравится? Ну, учесть, поначалу мне обе нравятся. На самом деле, мне X3, я ее называю моя малюточка, потому что она действительно, она Юрка, ее везде там, везде залезешь, везде пролезешь. Мне так на ней комфортно. Единственное, конечно, да, комфорт на Range Rover, что ты просто выше сидишь. И причем, как бы, это заметно и лучше видно. Вот это я ничего не могу сказать, это, конечно, большой плюс. Но у меня так просто так получилось, когда папа мне дал Range Rover, в связи с тем, что у него садился постоянно аккумулятор. Он говорит, пожалуйста, поезди на ней, чтобы аккумулятор не садился. Я говорю, конечно, папа. И когда я приехала за машину, то он уже сел аккумулятор. Ну и с тем, что я один раз все-таки завела ее, решила покататься по Москве и остановилась буквально во втором ряду попить кофе. И оставила машину на аварийке. И когда приезжаешь, я понимаю, что машина уже не заводится, а я стою посередине бульварного кольца и ловлю машину. Пожалуйста, люди, помогите мне, что у меня завести. На меня смотрели как ненормально. Они подумали, что девочка с ума сошла. Я говорю, да заведите мне машину. Прикуритель у вас у кого-нибудь есть? Вот. И меня так, ну, конечно, у нас люди как бы... Ну, вот почему-то один был с номером из белорусским, кто мне отозвался помочь. Вот. Но люди у нас очень жесткие. В этой ситуации я как бы ничего плохого не имела. Как бы я говорю, пожалуйста, просто помогите мне. Ну, чем кончилось? Ну, чем кончилось, что меня 2 раза завели, а в 3-й я решила просто аккумулятор новый купить.
имею такой большой опыт. Согласна со мной в том, что, как говорят, да, если человек в Москве научился, то в других странах ему будет вообще просто легко и без проблем. Но я иностранцы не знаю. У нас очень сложно. Вот я вот, ты, да, я тем летом была бы в Валенсии. И действительно, вот там, я могу сказать, они просто ужасно водят машину. Я была готова бибикать просто каждому, что они делают. Там с третьего ряда поворачивать в другую сторону. Я ездила, я просто еще не понимала. Я говорю, вы чего делаете? Там, как бы, можно сказать, они ездят невнимательно. Они просто не, они на полном расслабоне ездят. Им все равно, ты едешь за ними, не за ними, кто там рядом. А у нас, можно сказать, они ездят как бы в наглую. Но какая это сейчас в вождении? Какой у тебя сейчас стиль вождения? Тише едешь, дальше будешь. А расскажи, пожалуйста, вот про сейчас чем ты занимаешься. Я так понимаю, что ты уже давно закончила деятельность, связанную с теннисом. Вот какие сейчас проекты, может быть, что-то новое? Вообще, в чем ты себя находишь? Как ты отдыхаешь? Отдыхаю я... Ну, у меня много чем я люблю проводить время. Люблю в кино сходить. Действительно, люблю пойти и позаниматься в фитнесе. Мне действительно доставляет это удовольствие. Uh-huh. Потом, конечно, у меня время свободно не так много, так как я учусь в институте, поэтому тоже я провожу достаточно большое время в институте. Вот. А так, в принципе, наверное, самый главный акцент у меня на учебу. Динара, на кого ты учишься? На юриста. Спортивный юрист – это тоже достаточно очень такая новые профили, и их не так много в спорте. Динар, ну, конечно же, не могу не задать этот вопрос, потому что Марат Сафин – завидный жених, и все, наверное, девушки, которые нас сейчас слушают, с замиранием сердца ждут ответа, и у кого не спросить, что называется, как не у сестры вообще. Где он, что с ним, какие планы и вообще когда, ну, вообще-то, когда женитьба? Ну, девчонки, внимание, есть ли у вас шанс? Да, у него есть девушка, они встречаются, и у них все хорошо, и не знаю, как бы я очень на самом деле счастлива за него, потому что действительно я вижу его счастливым каждый день, и для меня это, наверное, самое приятное, это видите родных счастливыми. Ну что ж, девчонки, придется искать другого жениха. Смотри, как мы удачно покатались, а нам осталось 200 метров до твоей машины. Но у вас тут припарковаться вообще нереально. Вот ты где машину ставишь? Вот мы сейчас едем по Малой Полянке, и Малая Якиманка пересекает. Тут, мне кажется, вообще, но что мне... днем, что ночью, одним цветом, зимой, летом. Везет, что я ставлю во дворе у себя машину. Надо развернуться, чтобы уже в ту сторону ближе нам идти. А мы вот здесь. А здесь вот интересно, по-моему, они друг друга задели. Ой, как прекрасно. Ну, тут просто нужно быть кадром. Ну что, Динара, пошли? Да. Я не могу отпустить тебя без подарка. О, спасибо. Прикольно. Класс. Маленький сувенир, да, я думаю, что приятно. Вообще прикольно, супер. Спасибо большое. Вы знаете, все время бывает наоборот. Все время я чувствую себя высокой девушкой, а на фоне Динары я чувствую себя просто дюймовочкой. Какой у тебя рост, кстати? 186. Динар, у меня есть знакомый, у него огромный Range Rover, и он обтянут у него таким, знаешь, шотландским чемоданом, пленкой сверху, красной. Да, ладно. И я вот, да, но он такой креативный человек. Я вот понимаю, реально, садишься вовнутрь, да, и ощущение такого большого чемодана, есть все, в принципе, и можно кучу всего везде положить, кучу полок. Угу. Кучу всяких вещей, я смотрю, у тебя тут просто такой... Это я, может, немножко прибралась. Легкий хаос, да? Это еще прибралась. И почему-то все пачками. Если вода минеральная, то пачками, упаковками. Если жвачка, то упаковками. Это что, ты закупаешься сразу? Это да, я заезжаю всей семьей. Действительно, да, это я заезжаю и просто сразу покупаю очень много всего, потому что нет так много времени заезжать по магазину, поэтому мы действительно все пачками берем. Что в этом автомобиле тебе больше всего нравится? Вообще, расскажи про него. Сколько ты на нем ездишь уже? Ну, получается, я езжу на нем с декабря, середины декабря. На самом деле, меня все в нем устраивает. Действительно, машина комфортная. Для Москвы... Это правда, что высокой девушке нужен большой автомобиль? Да я вообще-то спокойно. Мне очень нравится мини-купер.
да то что? Да, я просто от него тащусь, но я понимаю, что как для Москвы, для наших дорог именно, что ну, не совсем он практичный будет все-таки. Ну, как это мое мнение. Я чаще всего, у меня, в принципе, легковых машин-то и не было, у меня всегда джипы были. Кстати, вот эта сумка, это что у тебя там, вот зеленая? А, ну это набор автомобилиста. Да, трос, перчатки. Ты открывала когда-нибудь, скажи честно? Нет, папа, наверное, аварийный открывал. Знак. Это какая-то даже не помада. Знаю, что не знаю, зачем это, аптечка. Треугольник есть. Как слушай, самый главный... все, главное... Главное, он есть в машине. Надеюсь, что я им не буду пользоваться. Динар, ну, конечно, не могу не спросить. Наверное, скучаешь по теннису. Все-таки это такая огромная часть твоей жизни. Вот расскажи, как ты, ну, не знаю, там, вечерами, может быть, ходишь на корт. Не, на самом деле, такая... Я, наверное, редко об этом говорю, но это, наверное, больная тема для меня. Потому что получилось, что я прервала карьеру не из-за того, что я... Мне вот в голову сбредило, и все, не хочу. А это из-за травмы. Действительно, просто многие не знают, насколько она серьезная. У меня было два стрессовых перелома в спине. Поэтому рисковать своим здоровьем я не вижу смысла. Как бы я взяла паузу, я не объявляю, что я ухожу. Но многие как бы спрашивают меня, что ты не играешь? Типа, давай возвращайся. Но они не знают, насколько там... Для меня это больная тема. Я так иногда отшучусь, да, и не знаю, не хочу, надоело. Но на самом деле я просто никому не говорю об этом, что это просто действительно для меня. Это как, знаете, ножом по сердцу, особенно когда вижу турнир «Большого шлема», ты видишь, когда игрок играет, он передает эти эмоции, как за него болеют, и ты это не можешь пережить, как бы ты просто смотришь, как зритель теперь это, и, конечно, это тяжело. Спасибо, конечно, у меня семья есть, брат, который с вами поддержит, да, они знают, что это непросто, но на то и есть семья, что они всегда рядом и мне всегда помогают. Я очень тебя понимаю, потому что у меня на самом деле травма спины, но только погоночная история, и периодически я тоже могу не выезжать, могу выезжать. А еще раз, ни в коем случае не виноват, ты очень замечательный человек, спасибо, что ты к нам сегодня уделила свое время и каталась с нами сегодня по городу Москве. А, опять же, успехов, дорог без пробок и всего самого-самого хорошего. Спасибо большое. Ну, а вам для вашей программы желаю побольше таких эфиров. Мне очень было приятно. И чтобы все смотрели, слушали и учились с тобой водить машину. Это была программа «Каренина» на Авторадио. Динара Сафина была в гостях сегодня. Счастливо, пока! Пока!